Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. В Национальной ассамблее Венесуэлы заявили, что принимают на себя полномочия по управлению страной. Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник, 15 января, приняла заявление, в котором Николас Мадуро объявлен узурпатором власти, сообщает портал NCNL. Такое решение депутатов подразумевает также объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти. Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 Конституции. «Да благословит Бог народ Венесуэлы», заявил глава ассамблеи Хуан Гуайдо. Находящаяся с 2016 года под контролем оппозиции Национальной ассамблеи отстранена Мадуро от участия в политической жизни страны и заменена Национальным учредительным собранием, состоящим из его сторонников. Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.